Попробуем сегодня новую пересадку на платформу ярославского направления. Это МЦК Ростокина, и пересаживаемся на Северянин. Входим. Переход. В ту сторону у нас к проспекту Мира выход. А здесь выход к станции Северянин. Только ее сейчас переименовали. Она сейчас называется станция Ростокина. Выходим. И попадаем под крышу в такой пятачок. Ну, там стрелочка в платформе. Здесь вовсю идет стройка. Продолжается северо-восточная Форда. И где же у нас поезда? Ага, вот кубик такой новый. Здесь касса для МЦК. Раньше нужно было 900 метров идти до платформы, а сейчас ее перенесли поближе. Так все прям аккуратненько, осадки не страшны. Идем под крышей. Здесь такое отдыхательное место. Заходим. Угу. Дверь широкая для колясок есть. Лифт. Лестница, эскалатор. Спускаемся. Столбик инфосос и указатели. Идем по коридорчику. Так, здесь у нас кассы. Досмотр, расписание и табло. Идем дальше. Есть кассы. Принимают наличные деньги и карточки. И дальше вход на платформу. Так, билеты. Куплены, нам нужна первая платформа. Турникетов очень много. Есть еще кассы здесь для тех, кто не успел. Ну что, идем. Первая платформа. Тоже есть эскалатор. Поднимаемся. Платформ здесь несколько. Перейти можно только через низ. Крыша присутствует. Можно подождать в вестибюле в теплом. И есть табло. Но нам не туда. Ну-ка уточним сейчас. Так, платформа у меня оказалась вторая. Будьте внимательны, чтобы вовремя добежать до нужной. Снег растаял потом, отходишь дождь осталось. Люблю тебя навсегда. Почему? Голоса звезд, полумраки послышны.